Центрального парка культуры отдыха в Екатеринбурге появится хозяйка. Руководить развитием территории, которую ежегодно посещает около 3 миллионов человек, будет Екатерина Кельман. Последние 10 лет она проработала исполнительным директором телеклуба, который попал в сотню самых посещаемых клубов мира, заняв 57-е место. Как сообщил глава управления культуры Екатеринбурга Илья Марков, Екатерина Кельман приступит к обязанностям уже в понедельник 9 декабря. Напомню, прежний руководитель парка, бывший военный Роман Шадрин, оставил пост почти год назад. Его концепция развития парка неоднократно подвергалась критике. Летом была создана специальная рабочая группа для разработки технического задания по реконструкции ЦПКО. В ее состав, кроме чиновников администрации, вошли ученые, работники культуры и журналисты. Один из проектов будущей реконструкции парка представил местный застройщик. В парк предполагалось вложить 2,5 миллиарда рублей, большая часть которых – деньги бизнеса, около 700 миллионов рублей – бюджетные средства.